Хотя на улице еще морозы, в Нижнем Новгороде уже началось благоустройство общественных пространств. Впервые работы по национальному проекту «Жилье и городская среда» начались так рано. По графикам они должны были стартовать в апреле, но подрядчики решили работы, которые возможно выполнить уже сейчас. Площадку разобрали на 5% от общей площади. Демонтировали три лестницы. Это 20% из 12 лестниц, которые мы будем демонтировать. Строительство пандуса производится. Вот армирование каркаса, установка сегодня произведена. Подпорные стенки наращиваем, увеличиваем по высоте. В рамках благоустройства будет произведена работа по ремонту подпорных стенок, ремонту лестниц, ремонту покрытия порядка 8000 метров квадратных, а также установки новых урн, скамеек, установка детской игровой площадки, а также ремонт освещения. Здесь спланировано 49 деревьев посадки, а также более 1000 кустов кустарника. Также будет изменена вся тропиночная сеть, сделана будет велодорожка, которая обеспечит проход безопасный от планетарии цирка до площади Ленина и, соответственно, с последующим выходом людей на Стрелку. И эти два пространства будут между собой взаимосвязаны. Красиво посидеть, посмотреть на закаты, на верхнюю часть города и просто полюбоваться красотой Нижнего Новгорода.